Дальше цапля, которая подкралась к небольшому водоему, где плавала мама-утка с утятами. И чего хищница не ожидала, так это мама-утка бросается смело на цаплю и начинает ее клевать. Цапля улетает. А вот похожий момент. Здесь попалась трусливая мама-утка. Она просто кричит, но не помогает своим деткам. Цапля не спеша, одного за другим поедает все потомство утки. А это зайчица. После уединения с самцом у зайчихи появляются зайчата. Они появляются приблизительно через 50 дней. Рождаются зайчата с открытыми глазками. И уже через 30 минут способны прыгать, как зайцы взрослые. Мама с ними не сидит, она приходит с зайчатом только, чтобы покормить их. Это делается для того, чтобы не привлекать внимание к выводку. Бытует мнение, что зайчиха по пути кормит не только своих зайчат, но и тех, кто встречается ей на пути. Зайчата стараются лежать без движения, чтобы не привлекать к себе внимание. Даже на даче люди могут обнаружить такой сюрприз. Враги зайцев. В первую очередь надо отметить, что самыми главными врагами являются волки. Волки долго преследуют зайцев. Этот полярный заяц скачет очень быстро. Он постоянно петляет туда-сюда. Даже двум волкам не удается его поймать, он их перехитрит. Вот косой буквально на волосок от смерти. Он все же ускользает от зубов волка. И делает это еще раз. Но радоваться рано. На подмогу к волкам еще пришли волки. И тут зайцу, конечно, не сдобровать. В итоге они его поймали.